Бендеры, центр, первая гимназия. Во дворе ремонт. Тут будет мини-стадион. Уже появилось поле для футбола и волейбола. Вокруг беговые дорожки для любой погоды. Сейчас делают площадку для воркаута. Спорткомплекс строят пока вложением. Работы проверил мэр города. Это Бендерский район Липкан, и здесь будет новый сквер. Пока равняют площадку, но уже к лету на месте бывшего пустыря появятся детские и спортивные городки, скамейки, деревья и клумбы. Такая же зона отдыха будет и на Бендерской Хомутяновке. Основные тяжелые работы здесь закончены, проложены все коммуникации, уложена плитка. В ближайшие дни начнется уже монтаж малых форм. Это будут фонари, скамейки, урны, спортивный городок. И уже весной здесь мы установим уже детский городок для того, чтобы сквер имел законченный вид. Деревья и кустарники высадят тоже весной. Будут и хвойники. На следующий Новый год на Хомутяновке смогут нарядить свою елку.